Торгово-промышленная палата Брестской области – организатор и идейный вдохновитель проведения контактно-кооперационных бирж, которые проходят в рамках Брестского инвестиционного форума уже 7-й раз. Подход деловой, поскольку и люди собираются деловые. Инвестиции, инвесторы, выгодные предложения, контакты и контракты. Эти слова превалируют во время встреч. Главное – не достижение сиюминутного результата, а долгосрочность партнерства в основе каждого договора. Любые переговоры – это просто всегда шаг навстречу какому-то новому сотрудничеству. И в первую очередь изучение каких-то перспектив нового сотрудничества. А сиюминутный результат он никогда не бывает сразу после проведения, скажем так, первых переговоров. Польша, Украина, Россия, Литва – это лишь малая часть тех, кто принял участие в контактно-кооперационных биржах. Проведенные в разных местах и в разное время, они преследовали конкретную цель – налаживание партнерских отношений между предприятиями различных форм собственности в сфере строительства, электроники, мебельной промышленности, машиностроения. В этих областях представители бизнес-кругов соседних стран уже не первый год сотрудничают с Белорусской торгово-промышленной палатой и нацелены на дальнейшее активное партнерство. Практически каждый год Волынская торгово-промышленная палата приезжает и видит ваше развитие, знает прекрасно свободную экономическую зону, которая есть и которая очень большое развитие дает не только для вашего региона, а по той причине, что мы рядом, мы соседи, это практически Волынь, это соседняя область, и поэтому часть продукции идет к нам, поэтому ваше развитие, естественно, оно дает для нас тоже, конечно, мы тоже как соседи, мы хотели бы также иметь такую зону, работать так, мы стараемся, берем самое интересное, самое новое у вас, изучаем и, естественно, только равняемся на вас. Многие моменты, пусть и не доведенные до конечного результата, в плане заключения каких-либо договоров порадовали бизнесменов. Большинство из них сошлось во мнении, что посещать Брещину нужно. Это регион европейского уровня со своим опытом и своими предложениями, над которыми стоит подумать.